уточнять, разбирать. Понятно, хорошо, понятно. Смотрите, значит, как получается. Вам было предоставлено это уведомление. Один экземпляр акта на отключение у вас будет на руках. Счетчик буду снимать. Ну, почему сразу счетчик снимать? Счетчик у вас вообще... Подождите, мне сказали, что вы сейчас счетчики собираетесь снимать. Уже все? Счетчик у вас остается. Для чего мы его, в принципе, будем для чего счетчик? А, откручиваем. Счетчик у вас остается на месте. Для чего? Просто вы в некоторых квартирах снимаете счетчики, поэтому я поясняю. Прохладно. Нет, тепло. Мы сейчас вызовем. А милицию ты вызывала? Нет, милицию еще пока нет. Ну, вызывай. Конечно, вызывайте. Вы копию предоставите договора? С... Да, кому вы оплачиваете? Кому мы оплачиваем? Да, предоставить. Я консультировался со своим юристом. У нас есть этот договор, я вам могу его показать. Ну хорошо. Но со своими юристами. В общем, у вас получается образовалась задолженность по оплате коммунальных. Кому? Ну мы оплачиваем все, допустим, ряд Немчиновки. Минуточку, это выяснять вам в первую очередь это нужно. С кем? С администрацией выяснили. Первый. У нас законной компанией является управляющий РЭП Немчиновка. С администрацией ЦЭКДОМа. Предоставьте тогда документы какие-то подтверждающие оплаты. Приложим их к акту. И вот этот вот акт, который... Кому идет... мы должны минуточку. Предоставлять? Минуточку. ЦЭКДОМу? Вот кто они такие? Вот этот вот акт на отключение. В первую очередь ЦЭКДОМ предоставляет... Боже мой, у меня такое создается впечатление, что у вас просто одни бандиты работают в ТЭКДОМе. Вам даже самим смешно, что вы говорите. Это вы поспешные выводы делаете. Вы, пожалуйста, разберитесь в этом моменте. Разберемся, конечно. Вам будет предоставлен акт, вы можете ознакомиться с ним. Здесь не скрывается, сделайте отметку, что вы с актом ознакомились. И экземпляр акта получили на руки. Минуточку. Постановление жилищной инспекции. Я сейчас вам распечатаю свое постановление, которое мне это было выдано на руки. Вот официальный ответ из жилищной ты инспекции. Ты иди распечатай. Что... Ты фотографировала вот это? Давайте приложим их к акту. Да, давайте. Приложим к акту, правильно? Так, есть, приложим. И еще из администрации Одинцовского района. Тоже. Приложим это к акту обязательно. Без внимания не останется. Так. Показания счетчика мы сняли, номер записали. Пройдете, запишите тоже видео. Зафиксируйте. Конечно, все отлично. Зафиксируем. Ну да, вот сейчас вот надо... А вы молодой человек тоже с ними, да? Да. Да? А значит, молодой вот, человек предоставил удостоверение? Вот это вот, значит, смотрите. Давайте также сообщаем, что многоквартирным домом, ранее находившегося в управлении ООО ТЭКДОМ, вот, администрация городского поселения, проведены открытые конкурсы по выбору управляющей организации. Ознакомьтесь, победителем открытых конкурсов объявлена управляющая компания ООО РЭП Немчиновка. На основании изложенного оплата за жилищно-коммунальные услуги должна осуществляться по платежным документам ООО РЭП Немчиновка. Это постановление... Какое число? 14.04.2016 года. Вы можете указать это в акте. Это вот я собственной квартиры Пешкова Полина Святославовна. Послушайте. Вы можете это указать вот в акте, вот есть строчки. Приложим документ. Да, что приложим документ. Да, что мы не имеем права платить ТЭКДОМ. Послушайте. Вот это вот так вам остается, что дать на самом деле было. Здесь. А это вот, вы себе документ. Да, здесь вы, пожалуйста. Здесь вы прям вот запишите самостоятельно. Что приложен в своем экземпляре, запишите. Нет, я ничего писать не буду, пока я не проконсультируюсь со своим юристом. Это вы же предоставляете это постановление. Это я вам предоставляю постановление официальное, которое мне... Вот здесь вот есть смысл указать, что предоставлено официальное. Запишите. Так это ваши комментарии. Ну вообще бумажки-то эти ваши. Да, ваши, поэтому... А вот эти ваши. Заполняйте. А вот эти ваши, поэтому я говорю, вот есть три строчки, вы можете записать комментарий и рассказать об этом в письменном виде. Но вам Полина ответила, что мы будем консультироваться с юристом. Мы консультируемся тогда с юристом, но сейчас мы электричество отключаем. Ну, отключайте вы. Ограничиваем. У вас, видимо, свои правила. Точнее, не отключаем, а ограничиваем. А потом посмотрим, насколько эти правила законны. А вам с более подробными комментариями обращайтесь, пожалуйста, в администрацию ТЭКДОМа. Мы уже обращались. Мы уже обращались. Там примерно такие же люди работают, как вы. Ну, примерно. Ну, может быть, вы еще по сравнению с ними цветочек. Так, ну сейчас мы вопросы урегулировали, какие были. Я вам вот по какой причине вообще я здесь прибыл. Мы прибыли.
Ну, я пропустила причину. Так, сейчас Гила. Полин, какой Полин, вопрос регулировать подачу. Там нужно было? Ну, они нам обещали предоставить договор от компании, управляющей ТЭК-дом, заполненный. Если они хотят, чтобы мы с ними, они стали нашей управляющей компанией, они это обещали предоставить договор. Сейчас, договор предоставили? Договор подписью с печатью. Печати нет, договор предоставили пустой, не заполненный. Кстати, мы еще вчера, когда приходили, мы сегодня договорились о том, что сегодня мы придем. Мы сказали, что мы проверим у нашего юриста. Да, вы сказали, что придете с милицией. А где милиция? Кому говорили? Вы обещали мне с милицией. Я прийти. Конкретно обещал, да, или да, кто? Да. Конкретно я? А, ну вот видишь, уже все. Минуточку, конкретно я обещал. Я не помню, я про милицию была. Вообще ничего ну, не говорю. Ну ты видишь, ладно, я ладно, не буду хорошо, на камеру да. этого говорить. Вот. Ограничиваем подачу. Вот, давайте, вот нас ограничивают уже. Да. Угу. А, уже ограничили. Нет, а вот молодой человек, который ограничил подачу, у нас удостоверение предоставил. Так, минуточку, удостоверение я вам предоставил. Нет, нет, нам потом вы скажете, а я ничего не делал, вот делал вот этот гражданин. А нам потом его где искать? Можете указать, что в присутствии. Нет, обязательно. Кто отключал, чьей рукой было отключено, обязательно удостоверение. Нет, он может, но он этого не сделал. Его у нас распоряжение. Мы попросили предоставить компании ООО «ТЭК-дом» документы, на основе которых они... Документы уже были нет, предоставлены. Нет, не документы, зачем? Документы. Какие? Договор? Незаполненный приличный. Договор? Без печати, без подписи? Какие? Ну, я же сказал, обратитесь в администрацию. А почему мы должны обращаться? Вы наемная компания, которая работает в интересах граждан наших многоквартирных домов. Молодой человек, вы вчера, предоставите удостоверение? Вчера, по-моему, я предоставлял уже. Вы занимаетесь бандитскими действиями. Вы предоставьте удостоверение, чтобы у нас были... Если не бандитские, он выполняет распоряжение. Это не вам решать, бандитские они или нет. Это будет решать закон Российской Федерации и правоохранительные органы. Предоставьте, пожалуйста, совершенно удостоверение. Верно. Какое? Уже предоставляли. Удостоверение на основе которого... Нет, предоставьте еще раз вот нам на камеру удостоверение свое. Пожалуйста, предоставьте удостоверение. Покажите свое сейчас удостоверение. Сейчас отключим и предоставим. Нет, сейчас предоставьте, потом отключайте. Не надо идти туда и забрать удостоверение и прийти сюда. Понимаете? Тогда вот придет... Когда предоставите подождите. Удостоверение, тогда а и будете отключать. Ну, а то потом мы вас где будем искать? Нет, а где мы вас будете искать? Будем искать. В ТЭК-дом обращать, в чем дело? Мы не будем никуда обращаться, кстати, это да, не наше. Здесь напряжение. Вот посмотри, молодой человек, который отключением занимается, он даже не предоставляет удостоверение, мы потом его не сможем нигде найти. Ну, полицию вызывай, если ты... Конечно, вызывай. Полина, ты вызвала? Вызывай. Да, все верно. Мы не скрываемся, обращайтесь в ТЭК-дом, пожалуйста. А что ТЭК-дом? Кто такой ТЭК-дом? И зачем нам это нужно обращаться? Кто такой ТЭК-дом? Не имеет права тут находиться, ТЭК-дом. Да. Кто тебе такой ТЭК-дом? Так, незаконная компания. Сходи, нет, просто нам предоставьте удостоверение. Предоставил? Нам предоставили сейчас постановление. Где? Какое? Кто тебе поставил постановление? Все.